Москва, 4 мая, РИА Новости. Госдепартамент США заморозил финансирование действующей в Сирии организации так называемых «белых касок», сообщает ЦБС. По данным телеканала, доля США в финансировании «белых касок» составляет около трети бюджета группы, которую обвиняют в информационной войне против властей Сирии. Отмечается, что поддержка организации прекратилась в последние недели и находится под пересмотром. ЦБС со ссылкой на дипломатические документы сообщает, что Ближневосточное бюро Госдепа должно было до 15 апреля получить подтверждение от Белого дома на продолжение финансирования «белых касок», и в итоге внешнеполитическому ведомству пришлось остановить процесс. Организация «Белые каски» заявляет своей целью защиту мирного населения Сирии при политической нейтральности и непричастности к вооруженным действиям. В интернете в последние годы все чаще стали появляться видеоролики, на которых люди в белых касках спасают детей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как те же белые каски создают постановочные видео, нанося грим пострадавшим, диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские журналисты показали ряд материалов, на которых спасатели были засняты с оружием и в военной форме. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее называла деятельность организации «Белые каски» еще одним элементом масштабной информационной кампании по очернению официального Дамаска. В свою очередь, президент Сирии Башар Асад заявлял, что члены организации «Белые каски» на самом деле являются сторонниками Аль-Каиды, террористическая организация, запрещенная в России. Развитие ситуации. В спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» скачать видео, скопировать ссылку, получить КАЦ РИА. Путь к победе.